Мора. Всем привет. Мальный Мора. Играем в турнире на планете. У нас все поголовно Мора играют. Да, я, Никита Петров и Вася Буришин с вами. Давай что-нибудь шустренькое. Очень-очень как-то, не знаю, шаблонно, мне это не нравится. Слон Б1 забери, там, пойди, там, не знаю, как дай, это... Дай мат на H7 сразу, не думает. Вот это по-нашему. Слон H7 нету хода сейчас? Нет, слон H7 нету, может, есть ферзь H5? Нет, слон H7, ферзь H5 и ладья E4 пошел, или ладья E3, там, не знаю, не, ладья E4. Так, все понятно, в этом турнире у нас шансов нет. Надо побить на E7, значит. Нет, на E7 для начала, а потом ладья E4 пошел. То есть, на E7 и на C3, наверное, возьмет. Что это, 2745? Ну, он немножко может шарить что-то, блин. Разум. Конь G6? Ну да. Но он F5 пойдет, наверное. А это проходит? Пугается. Не, на G6 однозначно проходит все жертвы подряд. В смысле, там проиграть точно мы не можем в той позиции. Может быть, выиграть тоже не можем. Ну вот да, вот там-то и проблема, что выиграть тоже быть не можем. Все, жертвы. Не, ну надо бить, иначе не было смысла в этом всем. Может, ты сможешь так? Возможно, ты... Нет, слон G6 сильнее не могло быть, да. Блин, ну тут просто психологически нужно уничтожить соперника. Напиши ему, что он дикобраз там, или как он проходит. Безусловно, его уничтожить психологически. Ну, какой-то прообраз, но дикобраз как-то созвучно. Надо его немножко поунижать, пооскорблять. Ну, такой забавный подход. Смотри. Конь E7. Конь E7? Да, партия закончилась. Смотри, как... Технично. Да, нас с Кириллом одновременно посещают умные мысли. Mm-hmm. Так, завешивать не буду, потому что на король G7, наверное, надо будет посмотреть еще, куда бить. На G5? Наверное, на G5, да. Да, на G5, да, вообще без таких там шансов. Точно? Ну что да, ты... но F6 уходит, Никита, и не догнать его. После ферзь G5, король H8, какие-то связки начинают с ферзь H6. Ладно. Ну и пойти-ка на король G7, король H6, все. Ферзь H6. Ферзь H6, да. И партия закончилась. Так можно ферзь F6 шахнуть, а далее... А на F5 король G6. Ферзь F6. Конь G6. С теми стемпом все выиграть, ладья E5. Конь G6, конь G6. Побили. Это неинтересно, блин, только материал собираете. Слушай, мы специально для тебя пожертвовали много всего. Да не, ну там идея была просто ферзь F6 и король G8, слон H7 еще кинуть, то есть. И после ладья E5, наверное, нету защиты после хода ладья H5. Какой ферзь F6? Ферзь F6 под бой. Ладно, все мои расчеты. Ладья B1, да. Стоп, D5 не проходило. Зачем это надо? Сейчас мы E6 отберем. Сейчас D5. Он D7, ладья B7. Красиво. Ну я сейчас даже не смотрю, потому что какая-то вот все-таки доскудная реализация мне не по душе. Ладей. Да, ты там габичик, все дела. Да, какой-то даже чересчур буйный. Ну ладья E5 ведь сильнее было. Ладья что? Ладья E5. Под король F6? Ну я F4 пошел. Хорошо. Да ладно, давай эту позицию не обсуждать. Давай. Да, пешечка и Д сейчас мы... Видишь, нету соперника уважения вообще. Нужно его унижать за это. Ну, насчет дикобраза, я не шучу. Это очень унизительно. Ну, а почему он не сдается? У него провал по времени, то есть позиция просто нереальна. Новогодний турнир. Так, что у нас там в таблице? Ну, я думал, что у нас первое, согласно рейтингу. Крош выиграл. Маркевич играет. Сейчас мы будем с Крошем играть. Это наша главная, скажем так, крошка, скажем так, с нашей победе. Маркевич выиграл там кого-то. Да много тут за 3000.
Нет, так он 2270 этот Маркевич, так, ну это еще можно с ним попадаться. Можно делать паузы, короче, между турами, чтобы это, ну, видео, я имею в виду, чтобы не растягивать. Так и поступим. Поехали. Так, что играешь? Сцеляночка. Давай вариант Найдорфа. Б4, да ну! Вариант Найдорфа. Почему не вариант Найдорфа? Фу, о чем вы говорите, парни? А3 пойди хотя бы, я не знаю, какой-то там. О, ладья Е1 и сидя какой-нибудь Д5 где-то засандалить ему. Ай, как-то с вами сложно. Ты чувствуешь, нас ловят подготовку, сейчас нас будут унижать прям в дебюте. А, дело в том, что мы играем черными, да. Я думал, мы играем белыми. Поэтому я и здесь ладья Е1, конь Д5. И прыгаю, скажем так. Нужно развернуть доску, блин. У нас в какой-то момент есть ход ферзь А7. Че, конь F6? Конь F6, думаю, да, нужно ходить. Хоть как-то развиваться, а то вообще... И правда, еще нужно подумать о ходе ферзь B7. Мне нравится этот ход, где-то косвенно. А мне нравится слон C5. Мне не нравится ход слон C5. Потому что он слабый. Может ферзь b7 пойти? Может d5 пойти? Ну да, ну, нужно как-то линию я прикрывать, потому что... Сейчас пешки побьем, пока он будет эту пешку отыгрывать, мы успеем... Нет, понятно, нет, так, то есть d-e это сильный ход, то есть один из единственных, то есть все правильно. Один а сейчас возможно слон c5 и идейно, сыграй слон c5, в этом есть смысл. Такого коня поменять жалко. Так прыгал, а ты ж успеешь 2-0 убежать по барику, и конь БД7 поставишь. И конь G4 накинешь. Он C5? Ладно. Это вроде бы адекватный ход. Ты просто успеешь раскрутиться, то есть у тебя получается еще пешка лишняя, как-то так. И получается и по фигурам ты, ну, неплохо развился. Я просто я реально рассматриваю идею Кирилла сейчас. Конь G4? Неплохо. Я думаю, okay. сейчас поставим спертый мат. Да, на ладеев... А, там конь на E2 все держит. Спертый мат мы не поставим, конечно. Может, хоть что-нибудь... Давай, ну, проверяем конь G4 для веселья. Да, давай. Да, да. На H3, H5 играем, да? Да, H3 играем конь F2. А, фу, да. Ну, стоп, может быть Е6 стоило? Зачем он подбил? А, правильно, да, все правильно. Шутка. Лишнее качество. Да. Ну пара в 2 уходить и нормальная игра. Или Е3, принципиально. Не. Это уже будет извращение, да? Ну конь C6, конь D4, наверное, и ладья D8 там. Ну, в принципе, что тут рассказывать, я думаю, легко. Макаревич Илья смотрит за нами. Макаревич? Он под F6, в принципе, F6 неплохой укрепляющий ход, или тебя смущает слон H4? Я смущает ферзь D5. Я смущает ферзь D5. Да, меня это смущает. На сам F6. Блин, успел. Лучше было, конечно, это не пускать. Ну, играй конь D4 уже, наверное. G6 здесь не будем ходить, блин. Хотя, с другой стороны, нужно, потому что поле F5 не хочется отдавать. Или, может, ферзь D4 где-то есть, более так упорно. Даже 6 я уже пошел, у тебя опаздывает. Да, вот он хочет ферзь H4. Может быть H5? Хотя H5 он пожертвует, конь H5. Или пожертвует, да. Пусть жертвует. Сейчас до ничьи наиграемся. Упс. Ферзь G3. Ой, ферзь G6. Ферзь G6, ну можно не спешить с ферзь H6 ходом, ладья D8 можно пойти. А, не спешить, ты будешь в своих партиях, а я не хочу мат получать. Да какой мат, о чем идет речь? А вот сейчас вот конь D4, конь E2 очень сильно. Не, ладья D8 просто пойдет. И на D1 разменяет ладью. У вас обоих запаздывает трансляции. Я уже ферзь G4 пошел. Да я знаю, я уже про следующий ход говорю. Следующего хода не будет. Вообще, вот этот момент с ходом ферзь F5. Опять пауза. Белыми, да? Черными. Ну давай что-то такое веселенькое. Только не в смысле не теоретическое.
Галский гамбит. Блин, ненавижу эту фигню. Постоянно забываю, что здесь играть. Слон С6. По-моему, он тоже забыл, что играть. А что будет, если взять пешку? Я думаю, что не нужно бить на Е4. Уже поздно. Надо было раньше сказать об этом. А почему не нужно? Потому что мне не нравится. Веду слон d3, наверное. Да ну, нет, ну как бы тут ничего конкретного нет, а просто мы много линий скрываем. То есть. Хотя, с другой стороны, мы когда играем вообще, то есть антипозиционно, то есть нужно, нужно какой-то g6 пойти, слон g7, я не знаю, чтобы... Ну по идее да, но пешка такая вкусная. Вкусная, да? Да. Но сейчас вот у меня дилемма, сыграть слон d7 или слон g4 все-таки, ну, в ближайшем будущем. На коне висит. Надо что-то с этим делать. Ну, я понятно, сейчас коне f6 нужно играть, то есть, ну... А на коне f6, на f4 как мы будем держать это все? Где будем держать? Коне f6, слон f4, слон h6, да? Слон h6 держит пока, да? Ой, ну, Никит, да, хочет съесть на d6. А мы видим это. Вообще есть даже где-то... Костю на конь d5 даже страшный такой. Ну, если сразу конь d5, то конь d6 очень приятно. Ну понятно. А вот сейчас конь d5 заслуживает пристального внимания. Он хочет ферзь e4, там на a8 привязаться, да? Ну, наверное, но пешка тоже вкусная. Давай возьмем. Еще одни. Еще пострадаем, да, немножко? Да. Сейчас 3-0 уйдет, короче, закопает нас здесь. Ну что ж поделаешь, радостные шахматы требуют жертв. Мы сейчас успеем, наверное, хлопнуть на b5 и пойти конь bd7. Ой, как-то это все. Нет, мы не успеем, потому что ладья d5. Мы не успеваем, явно не успеваем. Слон e7? Слон e7, наверное, сильнее было. А, слон e7, слон d6 с другой стороны. Может, мы правильно сыграем, не знаю. Вот теперь, наверное, нужно уже ходить слон e7. Слон e7, да. И ладья опять. Упс. Больно. Нужно бить, что тут больно или нет. Ну, других ходов нет. Ну да, но больно, действительно. Так, может... Да надо, Никит, надо побить и уйти в 2. Там у нас фигура висит. Ну и... А, вот так вот. Много раз защитились. Держимся просто из последних сил. Полный жбан уже какой-то победил. Там, наверное, ладья опять был такой техничный ход где-то в какой-то момент. Слон e7, да, мы, наверное, продешевили очень жестко причем. Ну, с Харькова, армянские харьковчане, наверное, жутко играют, да. Да, бороться вот невозможно. Если сейчас успеем с 2-0, то еще... Или даже ферзь e7, что сильнее? С ферзь e7 все-таки, я думаю. Почему не 2-0? Ну, чтобы убраться под связки, то есть на 2-0 просто ладья f5. А на конь g5 что-то запланировано. Ну, что-нибудь придумаем, g6 просто. А ладья fd1? А, ладья fd1, да, это, ну, это нормально. Да, нужно бить на f4. Так вы еще неплохо раскрутились, я тебе сказал. Ну, все, ферзь c7 или ферзь e7. Ой, не хочется, не хочется f6. F6 провоцирует, как не хочется, единственное. Конь d7? Не надо конь d7. Может быть, конь c6? Ценок вот развитие у нас корявое, да? Через чур, да. И времени мало. Ну, играй конь d7 или конь c6, другого не видно. Надо уже, может, скинуть какую-нибудь пешку, нет? Конь e5, да, все верно. Сейчас немножко меньше наш, наверное, слушай, и надо как-то более... Ладья c6. Как больно. Не, ферзь e8, все в порядке. Ну как? Еще один отъел. Он b2, и где-то на d4 встал, наверное. Ну, разменяет сейчас на g7, да. Тогда хорошо на будет. На e6 отвалилось. Это выиграно у нас получается. Как выиграно? С такими фигурами. Играй ладья d6, что ты переживаешь? Никита, 17 секунд. Наш 8 ушел. Мат
на D1 нет мата. По времени печаль. Да, по времени плохо очень. Да ничего, просто C4, C3 можно играть. Все, вроде от всего не дочистился. Те же самые главные события флаг. Блин, от всего защитился, говорят. Почти. Ну, на рефлексах C4 сыграл, понятно? Да понятно, это мне, просто мы не успели пойти E4, чтобы защитить на F6 слоном, блин. Ну, мы неплохо отбивались так. Да вообще, я говорю, это выигранная позиция при точной игре, две ладьи решают. Ну, при точной игре, но не с 10 секунд. Да время. Долго должен ждать. Поехали, еще одна. Все, кто не успел, тот опоздал. Гамбит Мора. Обидно. Пошел бы в B4, победа была бы за тобой. У меня там столько теоретических разработок, что мне аж самому страшно, когда играю сам против себя во сне. Да, это действительно страшно. Что без всяких теоретических разработок. Ну давай, родимый, давай, запускайся. В чем проблема, блин? Ты что, думаешь, я все еще жду? Да я понял, что ты ждешь. Ну и что ты получил? Какой-то скудный выстрел. Он же 5 играет, да? Слон G5 обязательный ход. Все нормально. Играй слон G5. Нет, я хочу съесть важнейшую пешку. Да, сложно с тобой, конечно. Ну пойди хотя бы ладья D3, ладья А на D1, ну как-то я не знаю. Хорошо, хоть ты, как Кирилл, не предлагаешь G4, H4 в любой позиции. И то нет. B4. B4. Играем B4. Это все в порядке. CB, слон B4, ладья B1. То есть, ну, там все в порядке. Он ничего не может делать при закон D6 где-то. Это бредовый ход, понимаешь, я надеюсь. Ну, хлопнул. Конь D6. Конь D6. Как это может быть бредовый ход, если это я предложил? Действительно. Ты никогда не предлагал бредовых ходов. Именно. А на 2-0 конь D6 все равно? D7 можно. Ну конь D6 и чё? Конь BT7. Да ну, что ж ты делаешь? Конь BT7 значит теперь. Или C4, кто сильнее? Мне кажется, честно, надо побить на F7 и все. Нет, C4 сильнее, наверное. C4 конь F4. Так что, ничего не угрожает вообще? Да. Ладно. В смысле, я даже не смотрел, что там висит на G2. Спасибо. Утешает. Да нет, там порядок полный, там ты что, там конь B7, C6 стоит. Ну здесь ладья D3, наверное, нужно играть. Ну. А, хотя там, подожди. А, да, ладья D3, ладья C5, конь BT7. Я D3, конь E2. Ну, король F1. С конь F4. Угрозы, я тоже не вижу. Конь B7, конь C7. На D3 я вижу, что висит. Ну не знаю, смотри, как ладья D4, значит, по идее, не знаю. Это без угрозы вообще, то есть на C5 отдадим. Так отдай ему эту ладью на D1, забери на F7. Он на C5 он не может, конь E бьет на F7. Ёпа, я не успеваю, только ты рассуждаешь. За что? Я говорю, я не успеваю на два фронта. Слушать, как ты считаешь, и самому считать. Он хорошо, кстати, играет. Да нет, это мы плохо играем, потому что распыляемся сильно. Конь E7. Он играет бездарно. Как и мы, собственно. Почему ты меня обижаешь в прямом эфире? А, ты не мне сказал, ты соперник, я думал, что ты мне говоришь, я играю очень бездарно, блин. Я могу и тебе сказать. Я тоже это подозреваю почему-то. Ну конь G6 шах или конь B7. Ну конь G6 шах, наверное, сильнее. Блин, король D6, ладья D1, не знаю. Ладья D1 подъедет, да. Так, надо ускориться. Да,
смотри, там уже ладья d1, конь e7 шах и ладья bg7. То есть, ну, он же уйдет на c6, наверное. Если нет, то все равно конь e7 нужно играть. Или f4, конь f4, возможно, конь f4. Ой. Сбок же. Ладья b3. Ну, интересная партия. Ладья 3. Не, ладья же 5, я думаю, нужно играть. Ну, можно, да. Можно и так. Все, завязал. Я просто опять шаг зевнул. Да он, не, не то что шаг. Ты не зевнул, ты не побил ладья А4, ладья Б7, конь C5. Я думал, я так не побил, потому что я зевнул вот этот шаг. Ну, ничего, ладно. Так ты мог забрать не ладья Б3 играть, а ладья Б4. Ну, ладно, да, забей. Так, там через так, ничейка будет? Ой. Там только нет. Такая ничейка, это выигранная позиция. Конь d4. А, нет. Да, шучу. Убрать, ну потому что конь f5 плохой вход. Ну да. Все равно вот d7, тут еще игры вагон. Я не умею играть, когда комментирую. Точнее, умею, но потом начинается паника. Вот когда я сам записываю, у меня есть много черновых видео. Тоже, вроде сначала все идет неплохо, а потом позиция там с двумя, с тремя лишними, я начинаю делать страшные вещи. Че он думает? У него лак висит. Ну, позиция такая, не очень игровая. Да. Чуть-чуть не игровая. Да. Пад на доске. Он 4 секунды продумал, он не смог сориентироваться, как от пата убежать. Надо, конечно, слона было убирать. Ты очень технически это сделал. Ты плюс 10 к обаянию тебе, Никита. Поехали. Я уже видел бы первый сон. Так, 2.5 из 4. Мы разыгрываем дебют? Да, подожди секунду, я захожу. А какими мы играем? Черными Е4 сыграно. G6. Что дальше? D3. Что? D3 он сыграл. Слон G7. C3. Мы потеряем минуту на дебюте, если будет. C5. Ну, все, ходи, я уже здесь. Конь C6, D5. Сразу D5. Так какой D6? Ну, играешь же. Это антипозиционный, E5 нельзя играть в этой позиции. Все, мы идем. Вот это радостная игра. Мы идем на позицию. Я хочу мат дать. Быстрее, пока мы не начали ее портить, как в тот раз. Ну аж 5 уже играю, да. Да не, ну какой-то Рудиари какой-то бездарный вообще. Уже 4 уже играем. Ну что тут смотреть? Пока он ферзя с c2 и слона с b2 выведет в люди, так он уже сдастся давно. Хлоп, ферзь h4. Нет, f3. Ну или да, сначала f3. Конь f4 или конь h4. Конь h4 сильнее, мне кажется, да. На f3, на f3 много раз зависло, не защищается, да? Вообще неприятность. Так, Никит, а ты не зевнул лет? Не-не, он ферзь g4 пойдет, там, ну, там легкая победа. Чего? Вы о чем? Ну, он сейчас думал, что конь f3 есть ход, то есть, ну. Вот интересно, что на король h1. Мы можем конь e1. Ферзь h4, ферзь h4 нужно. Мы можем ферзя все-таки убрать, на h5 или на h4. h4, я думаю, сильнее, еще f2 где-то косвенно. Да, на h4 очень сильно. Ну, очень сильно, только что на ладья f1. В чем особая сила, этого не пойму. В принципе, есть идея конь e1, да, и забрать на c2, но правда, как мы оттуда вернемся? Так зачем нам оттуда возвращаться? У нас будет лишняя ладья. Он коня побьет. Просто у нас... не, даже на a3 вернемся, да, бей на e1, да. У нас просто атака исчезнет после ладья e1. Понимаешь, в чем дело? Ну, играй ферзь f4, что делать? А почему не ферзь f4? Чтобы не разменял, ну, типа... А, не, он не мог разменяться, все равно.
конь Е7, конь Ж6 нужно играть, наверное, все-таки. Король H8 надо было сыграть, конь F6 грозило. Чтобы не подвисало конь F6, я видел. Коня надо на F4 провести. Угроз пока нету, так что веди его, наверное, на F4, да? Вроде угроз нету, да. А вот теперь появилось, сначала конь F4. Нет, конь F4 нельзя, смотри, F4. Король G8. Да, король G8 есть такой ход. Да, но не хочется. Да не, ходи, король G8, а что ты? Или конь H4. А король G8, а ладья H3 что? Да, не, да, конь H4 единственное, да, это я не увидел, но конь H4 единственное. Слон и... Ой. А что у нас получается по материалу? Так качество лишнее, но все фигуры завязаны. Причем неприятно завязаны. Есть, может, смысл сейчас слон G5 как-то ему ставить? А вот там ферзь G5. А мы же сами ферзь G5 ставим. Ой, слон G5. Не, G5, он бьет G5, ферзь бьет G5, ферзь G3. Это жопа, ферзь G3 и жопа. Да. Ну, играй ладья G8 где-то. Под рентген. Ладья G8, ну, в принципе, перестановка ходов получится. Все равно нужно играть ладья G8, я думаю. Да. И быстро подкатывать другую, все-таки пробовать. Пока угроз реальных нету. Конь F3 разве что. А нету конь F3, ладья G4. Быстро ладья А на F8. Сейчас ладья F3 грозит. Да, ладья F3 очень неприятно. Хотя как она грозит, я не вижу. Да, да. Не, не грозит, ферзь F3. Пробуй ладья G6 какой-то, ну, перестановку, и короля на G8 стал. И ладью на H7 тоже можно, да. Да, ты более сильный сыграл, конечно, да. Слон G5, слон F4, может, где такое, пробуй. Мне кажется, это нельзя было бить, ферзь G5. А, вот так вот, я боюсь ферзей менять, я флаг не удержу тогда. Шансы есть накрутить только в этой позиции. D5 нужно попробовать, блин. Ой, конь F6. Не зевнуть конь F6. Да, 15 на 25, тяжело. Что происходит? По ладья F3. Уходи, слон, F3 бей. А, блядь, хитрюга. Чё, это выиграно? Да, это выиграно, я ещё без забыла. Чё ты смеёшься? Без шуток. Хотя, так, ещё надо подумать. Да не выиграно. Ну да, да, как угодно, сука, выиграно. Хотя он убого его реализовал, но реализовал. Да, да, что-то по времени мы в каждой партии проседаем с этими комментариями. Да, чем-то будет похоже на спуск с горы. Никита выключил звук, а мы с Васей будем помогать Никите комментировать партию. Ну, разыгран был какой-то бред, да, Вась? Я сейчас просто смотрю, что пишет Олег, тут написал голубь националист вообще. Я сейчас зайду, подожди, я отвлекся немного. Ничего. Так. Ну, на доске, в принципе, бред полный. Что было разыграно? C6, C4? E4, C4. А, подожди, так это самое принципиальное, вот здесь, C4. Это очень известная тактическая позиция, только я не знаю, как здесь играть. С изолятором, то есть, ну это реально самое принципиальное. Вот здесь слон H4 нужно играть, да. Он просто по E4, а, D5. Да, это сильно. Ну, видишь, нам немножко не хватает. Ну, надо просто побить его, нет? Шах какой-то нашелся. В чем идея? Ну... Чтобы ДЕ сейчас заберет. На слон D7 ДЕ. А, вон в чем. А сейчас, получается, просто убил рокировочку и, ну, не знаю, можно, наверное, грубо забрать на E5 и ладья E1 пойти, хотя, там мат будет, подожди, ничего нельзя такое делать. Мат на H2. Да. 4 как-то играть, блин, хотя тогда раскручивается как-то, или конь E4. Я сейчас думаю, над ходом конь E4, я в этом, в принципе, уверен.
и дальше считают на коне f3 же. Но мне так кажется, он считает DE. А вообще есть такой хитрый ход в плане e2, блин. А, вот f4 нашел. Ну, я думаю, что если честно, то белые тут ни на что не претендуют. Даже с королем на f8. Такие два. Нет, почему, смотри, грозит DE. DE очень серьезная угроза. А смотри, ну а как играть? DE. Смотри, да, все зависло. Слон f4 можно пойти сейчас. А вот сейчас вешаю слон f4. Да, слон f4. Ну это рисково. Вот смотри, DE. Ксб6 более разумно, конечно, чем слон f4. Стоп, а может быть конь h4? И вот сейчас конь h4. Коня h4, ты имеешь. Да, конь h4. Да не, это более точно, f6 сейчас пойдет. Видишь, король наш один наш спрятался, получается, и сейчас f6 с очень, ну, как бы серьезными эффектами получается. Ну, черным сейчас нужно, ну, проявлять какую-то изобретательность для того, чтобы хоть как-то выжить в этой позиции. Стабилизация ферзя, в принципе, по e4 сейчас, ну, как бы. Ферзь два, вот, смотри, создали угрозу. Хотя, почему он не пошел f6, я не понимаю, если честно. Ну, мне кажется, то, что в любой момент можно пойти. Ладья на e1 сейчас, он постоянно карту угроза мата, то есть, ну, ладья на e1, наверное, заканчивает. Считаю, что-то никит. Может, он какую-то безумную жертву там, не знаю. А, ну, вот. Мат, то есть, ну, просто... Ну, слон d3. И слон d3. Да, на f2 подбил. На f7 забрал просто. И прилетели, то есть. Ну, слушай, а может быть слон, а, даже слона нет клеток, чтобы выйти? Нет клеточки, да. На мат напал. Смотри, важно мат изюмить. Это d1 сейчас. А, ну да. На f2 мат висит, да. Смотри, как можно защититься. Ферзь e8, король h7, ферзь g6. Король h8, ферзь h5, да? Ферзь h5, да. Ферзь h5 просто так сразу же. Нет, стоп, нужно сначала вытащить ферзь... Смотри, тонкость в том, что нужно этого короля вытащить на h7. Вот в этом тонкость. Что сразу после ферзь e8, король h7, ферзь h5. Вот смотри, видишь, вытащил на h7 и пошел на h5, смотри. Вот видишь тонкость? В чем заключалась? Потому что в каких-то вариантах попадают под белопольника. Ну понятно, сейчас пойдет f6 просто, если он, ну да, и там. Ну f6 нужно играть, ты даже, ну, не о чем думать, я думаю. F6 угроза тупая, не знаю, f7 там, я не знаю, там как-то. Или конь e4 еще сильно. F6, понимаешь, f6. Не, конь e4, конь g5, самое сильное. Конь g5. Ферзь f7. Тут мат, по-моему. Да. Да. Ты проходил спуск с горы. Ты выключил. Он выключил звук, да? Выключил. Поехали. Опять свой волжский гамбит, тупенький. А как ты все видишь? Я ничего еще пока не вижу. Мне экран показывает, конечно. А7. Конь стремится на b5. Да ну, дебилизм какой-то разыграл. Вообще никогда не поебал эти отечественные гамбиты, вот эти волжские. Надо играть в Будапешт, весело и сердито. Будапешт хорош, да. Там, по крайней мере, ясен... Ой-ой-ой, жертва. Красиво. Да не жертва, там на c3, на... Да-да-да, все, тактика. Можно это сдаться. Тактика, там просто дело в том, что слон d2 нету из-за ферзь d3. А человек рассчитывал на слон d2 там где-то. Здесь в эту позицию уже можно дать, нет? Ну, объективно, да. Что здесь, 6 на 6? Да не, ну король плохой, да, и, ну, позиция плохая. То есть, ну, получается, мы поменяли коня со всей Галимова, скажем так, который закрывает работу чинопольным условным в волосном гамбите. А сейчас просто конь d7, конь e5, там, ну... Ну, слон h6 идейный ход, если поменять... такой не идет на b4. Он довольно-таки шаблонный, я не уверен, что он хороший, но такие просто для того, что пешка d5 тогда под, ну, просто подвисает. То есть, если мы скушаем еще пешка d5, то это вообще... Ну, это не уверен, то, что здесь нужно... f6 точно, f6. Наверное, я думаю, что на f6 нужно играть. А мне кажется, a6 надо. Так на e7 висит. А. Ну, конечно, он лезет в конкретику какую-то. Я бы сюда, конечно, не лез, если быть объективным.
Потому что, ну, зачем? То есть? Там дает на D6 какого-то, не знаю. Там. Я бы вот пожертвовал того, ту ладью голимую на... А, нет, жертвы на один ладью, потому что подвисает на D3. То есть нужно, если слон D6 играть, то на слона 1 пробить слона 6. А на слона 6, то есть, получается, он идет слоном. Нет, ты смотри, сейчас есть удар C4. Допустим, ферзь 1, C4. А ферзь 1 нет, потому что он на D3 висит. Я тебе говорю, что дело в том, что сейчас играть слона 6, то, ну, это, это убожество, то есть, ну, вообще. C4, да, все. Это без ладьи человек играет, ну, зачем? Ну, ладья E2 заехал там, или ферзь, как-то. Да все, сейчас просто, ой, а, сейчас просто меняться, и все. Это любимое дело, Никита, да? Да. Хотя вот сейчас неприятно, я, ну, ладья 8 сыграет, я думаю. С сахом там, я не знаю, и пошел в F6 там тупую. Да, ладья E7. А, ну там пока мат, да, пока не. Да, можно просто побить на F3 и побить на E1, вообще не париться по этому поводу. Да не, мат на F7. Так ты же бьешься шахом. Не, не, так он будет на H2 король будет. Ну и в конечном итоге просто пошел, не знаю, ферзь. Ну, на D6 тоже не проходит. Ну, F6 точный ход там, не проходило это все. Конь F3 просто ЖФ, и на ладья один нету, и за F7 мат. Да не, ну, если честно, не очень хочется это обсуждать, потому что без ладья играть человек немножко глуповат. Но... А, смотри, есть удар, конь G4, конь G4, все. Ну, а же. На Е1 хочешь кушать, да? Да. Вот сейчас, видишь, улучшенная редакция этой идеи. Не то, что улучшенная, она смертельная, там мат будет. На H2. А, тактика. Теперь D4, я думаю. Смотри, как красиво. Да, ну думаю, что он такой найдет, но... Красавчик. А почему конь G4 сразу-то не пойти? Без комментариев пошло не в пример лучше, да? Да. Почему конь G4 сразу не пойти? Где? Когда конь G4? Еще вперед. Перед вместо ферзь D6. А, конь G4, да можно. Я видел, что какой-то момент забирает штуку. Мне казалось, что так даже лучше. С идеей на F4 и конь F7. Да, ферзь D6 сильнее. Ну, ферзь D6, ну вообще, вот это по принципу. Всегда угроза сильнее ее исполнения. У блицы точно, потому что соперник... В общем, блицы вообще тяжело защищаться от любых угроз. Даже... Ну да, вот пятерочка, мы будем пятыми, ну вот шестыми, возможно, потому что там догоняет нас какой-то шашист. Да мы могли выиграть турнир, надо было с самого начала так делать. Может быть, да. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Спасибо.